Это последний день моей жизни. Тихо, тихо. Эта штука 6000 оборотов рубит ноги, голову как хочешь. Мы сейчас снимаем фильм «Газонокосильщик 3». Незамужний газонокосильщик в главной роли. Из группы «Незамужем» Юля и Ксюша. Юля, вообще тяжелая штука. Видите, уже вся мокрая. Тяжелая, просто безумно. На самом деле, очень тяжелая вещь. Ну, во-первых, самое классное в этом... Мама! В этом во всем самое классное, то, что она... Знаете, был такой тренажер «Америка Стар». Помните, да? Вот такая же фигня. Все вибрирует, классно, руки тренируют. Ну, это своего рода, да, такой массаж. Самое сложное задание у Иры. Ой, я сам рявкаю. Самое сложное задание у Иры. Ей самое главное спилить... Точнее, скосить вот эти кусты. А это самое сложное. Вот эту штуку спилила Ирка! Смотрите, какой гигант! Вообще не понравилось, на самом деле, классно. Понравилось? Да. Вот не знаю, удивительно, я вообще даже не хочу попробовать. Я почувствовала себя настоящим косильщиком. А как это трудно!